Поэтому совокупный доход уже составлял больше 1 000 000 рублей. И я вот тогда заметил, что смотрите, какими категориями просто в голове у меня мозг начал мой мыслить. Вот когда я вспоминаю, там, 10 лет назад, когда я шел в магазин, я знаете, как думал? Я думал, сколько полтинников с собой взять на еду, там, чтобы купить. Потом, когда я там стал режиссером, там уже таким нормальным более-менее, у меня там уже зарплата была, я думал так, сколько сотен рублей взять. Когда я шел в магазин одежды, я думал, сколько тысяч рублей взять. Тысяч. Вот. А кто сейчас думает, сколько сотен рублей взять, когда в магазин идет? Честно. Сколько тысяч взять, кто думает? А кто думает, сколько десятков тысяч взять? Есть такие люди? Остальные ничего не думают, да? Поднимают руки те, кто уже в инфобизнесе являются топами, да, потому что...